Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6, урок 22. Заполним пустые клетки. Итак, в первом прямоугольнике мы видим 0 предметов. Соединено с цифрой 0. Один шар соединен с цифрой 1 римской. Два самолета соединено с цифрой 2. Два шарика соединено с римской цифрой 3. Значит, на данном рисунке мы должны нарисовать еще один шарик. Получается 3 соответствие римской цифре 3. Переходим на нашу нумерацию. Два гриба соединено с цифрой 4. Дорисовываем еще два грибка. Получается 4. Цифра римская 5 соединена с тремя яблоками. Нам нужно добавить еще одно яблоко. И будет цифра 4. 5 яблоков. Цифра 4 просто здесь обозначаются грибы. Тоже можно обозначить римской цифрой 4. Опять нашей арабской цифрой вместе с яблоками. Рассмотрим снежинки. Их 2. Добавим еще 4 до 6. И запишем число 6 римской нумерацией. Следующий рисунок. 3 белых квадрата, а нужно 7. Итак, 3, 4, 5, 6, 7. Записываем число 7. Рассмотрим, сколько конфет мы видим на рисунке. 2. А нужно, правильно, 8. Дорисовываем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Записываем цифру 8, арабскую и римскую. Пример с кружками. 3 кружка, а нужно 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И записали 9 римской цифрой. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.